Люберецких защитников Отечества поздравили с главной сцены округа. Во Дворце культуры прошел большой концерт, посвященный 23 февраля. Событие попало в объектив камеры нашей съемочной группы. Мы все испытаны, ни раз, ни два боями, маршами. Мы от солдата и до маршала. Одна семья, одна семья. Большая семья люберецких защитников Отечества взяла выходной. Во главе роты виновников торжества – гордость российской армии. Это люди, которые посвятили службе Родине десятки лет. Председатель Люберецкого совета ветеранов и генерал-майор в отставке Юрий Орехов в 62-й раз отмечает 23 февраля как профессиональный праздник. Он до сих пор помнит слова присяги, которую давал, вступая в ряды вооруженных сил. «Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь». Сегодня в рядах российской армии несут службу 525 люберчан. Почти 1000 человек прошла через афганскую войну и две чеченские кампании. Особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны. В округе живут 180 участников тех событий. Праздничный концерт омрачила новость о смерти ветерана, военного летчика и подполковника в отставке Георгия Новикова. Печально такие слова говорить и произносить. Будет правильно, если мы почти минуты молчания. На смену одним защитникам приходят другие. Патриотов из юных люберчан растет движение «Юнармия». В канун 23 февраля в ряды люберецкого отделения вступил 71 школьник. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Иван Скоблюк, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.